Всем большой привет! Сегодня будем запекать в духовке целую курицу. Делать мы это будем в рукаве. Приготовленная таким способом курочка получается очень нежной и сочной. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Сначала готовим маринад. Высыпаем в миску по 1 чайной ложке соли, черного перца, сладкой паприки и сушеного чеснока. Добавляем 1 столовую ложку приправы для курицы, столько же меда, 1 чайную ложку горчицы. Вливаем 50 мл соевого соуса, 30 мл подсолнечного масла, выдавливаем 5 зубчиков свежего чеснока. И хорошо перемешиваем. Дальше берем вымытую и обсушенную бумажными полотенцами курицу и тщательно натираем ее со всех сторон приготовленным маринадом. Часть маринада заливаем внутрь тушки и хорошенько все там смазываем. Затем связываем курице ножки. Для этого подойдут обычные швейные нитки. В середину курицы кладем 2 лавровых листа. Теперь берем рукав для запекания. Помещаем туда нашу курицу. Вливаем оставшийся маринад. И завязываем рукав с обеих сторон. При этом стараемся максимально выпустить воздух. В таком состоянии отправляем курицу в холодильник мариноваться минимум на 4 часа. За это время ее несколько раз переворачиваем. У меня курица мариновалась целую ночь и полдня. Перед запеканием выкладываем тушку грудкой вверх, рукав прокалываем несколько раз зубочисткой и отправляем курицу в хорошо нагретую духовку. Запекаем при температуре 180 градусов. Время приготовления будет зависеть от веса тушки. На каждые 400 граммов курицы нужно 20 минут времени. У меня куриная тушка весом 2 килограмма 800 граммов запекалась 2 часа и 20 минут. Вот и все. Нежная, сочная и очень вкусная курица готова. Перед подачей на стол не забудьте убрать нитку. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.